Рецепт оранки вид горишка. Главное рыбу наловить. Или как вот сегодня мне подфартило, все рыбаки, весь пляж с горешком поделился. Около до 30 штук. Итак, все очень просто. Рыба есть. Силь, сол и емкость для таранки, пожалуйста, есть. Рыбу почистил на озере, очень удобно. Промыл хорошо. Так. Дальше. Обильно посолили. В холодильник на 2-3 дня. И через день желательно перемешать. Но для этого необходимо еще важный момент, который я выполняю. Это вот такое блюдечко. Накрываете плотно. И банку клубничного варенья. Можно малинового, разницы нет. Для пресса и для просолки лучше будет. И соляви будь. Ласка, я жду вас с пивом, орешка с вами. Таранька скоро будет готова. А сушить на балконе, да, там уже необходимо 3-4 дня, можно и больше, если солнечная, теплая погода. Пока-пока, чао. У-ху. И в итоге на выхлопе получится вот такая вот таранечка, как бычок морской. А это сомик канальный Вишенского озера. И орешка ждет вас. Чао-чао, пока. Ха-ха.